энергия-то на отопление домов пойдет тепловая. А весь этот... Сейчас дам. Туда, наружу. Нечисть, которая, она наружу идет в атмосферу. Всего в печах одной из котельных Барнаула сгорело около 90 килограммов наркотиков. Зелье хранилось как вещественное доказательство по уголовным делам. Приговоры по ним уже вынесены и вступили в силу. Наказание получило более 120 человек. К примеру, за вот этот чай, пропитанный синтетическим наркотиком, студент угодил в колонию строгого режима на 5,5 лет. А за 4 килограмма вещества, похожего на леденцы и шоколад, житель Красноярска получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. В этот раз в печах сжигали в основном марихуану и синтетику, которые все чаще приходят на смену героину. Его оперативники из оборота теперь изымают все реже. В 2014 году только органами наркоконтроля на территории Алтайского края из незаконного оборота было изъято 40 килограммов, более 40 килограммов разного рода синтетических наркотиков. Тоже в 2015 году органами наркоконтроля изъято свыше 75 килограммов. То есть практически в два раза произошел.